Здорово всем, ребята! Всем только на пробах! И прямо сегодня я не один, со мной! Читагиш, всем огромный приветик! И что мы будем прямо кстати делать, а? Братанчик, я не знаю, ты позвал, он же не рассказал, что мы будем делать, рассказывай! Короче, пацаны, прямо сегодня мы посмотрим самые смешные приколы во всем Stand-Up 2! А еще не начал. Тик-так, что мы подарим с тобой на инвентаря любимым подписчикам, которые поставят лайк, подпишутся на канал и напишут комментарий. Ну ладно, но ножик можно будет, а то до 5000. И 5000! Эндинг бы на Эдблюблад подарим, братуха, потом ставь лайкусик, подписывайся и пиши любой хороший комментарий. Наши леди и джентльмены, все будем внутри стену, погнали ловить смеяку! Это жизнь. Типичные школьники, которые ты берешь в видео. Чтобы взять школьника для видоса, он говорит: у меня топ микро. И вот потом такая хрень. Чувак, это типично было, когда только добавили микрофон, чисто. Я сразу его отключил, потому что было у каждого второго такое же. Бэтмен! О, привет! О, привет! Да ладно, с ним. Ой, саблюр, брат, саблюр. Привет. М40 как нож, она стреляет как нож. О, это Бобин! А Бобин, брат, это ты? Бобин играет. Нормально. Ой, дела. Бабах. Блюдок. Ну иди сюда, говно собачье. Я решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня. Я тебя сам трахну, ублюдок. Привет. Четко. Опа, смешные моменты. Лови аптечку. Опа. Аптечка. Опа, а я еще ты. На, бомж. На, бомжу сказал. О, вот это мне надо. Типичные тиммейты. Нифига тебе простал, смотри. Натан, Фаже, дай голды мне всего. Дай голды. Когда ли ты надо стал? Дай, ну хоть 5 голды или... Да, что он делает? Ты видел, что он гуртом делал? Он работает, брат. А ты что, никогда не делаешь? Не, брат, такого никогда. Прокачка инвентаря. Всю жопу, я уже на таких повився, мне нафиг. Забрал аккаунты золотым ветераном. Пошли в сраку. Чувак, я здесь слово даю, это не постанова. Это реально. Тип, просто вот реальный тип. Слушай. Я могу прокачать тебя. Пиши логин, пароль. Ага. Хер тебе собачий. Иди. Почему твое ведро так долго заходит? Смотри. У меня есть керамид голд, купил недавно. Шо? Керамид голд? А, ты читер, все, иди в жопу. Погнали дальше. Чувак, я немного про тебя не знал. Я сливаюсь с МКТК ВММ, также моя команда. Покажи сандалии или слит. Вы часто мне пишете, что я играю как читер. Ребята, я нашел секреты проход. Чей момент лучше? Так, фермер кого-то замочил гранатой. Или... Так. Тик-так. Не, чувак. Не, ну это по имбове, согласись, это была тактика. О, чувак, смотри кто. Шо? На тик-така напал Папа Гриб. Легендарный момент. Чувак, что происходит? Представь, что в этот момент думают соседи. Крики, где мои грибы? Соседи стрим смотрят этот момент. Чувак, это было на этом же самом стуле, где ты сидишь? В смысле, ну конечно. О. Смотри, на чем я сижу. Лё, Дёль, на бутылочку? Думаете, мы будем бустить? По сегодняшнему прогнозу, бусты у нас хорошо заходят на бабочку Starfall. Поэтому три раза мы бустим. Блин, а бусты вообще работают? Starfall. Нажимаем кнопочку. Открыть. Давай, братик. Монтажер запикай сейчас. Что же мы выбиваем? Полное. Ой-ой-ой, это все запикать. Так, я зашел YouTube, если что, он там сказал. Хорошо и прекрасно. Вот нырни в ледяную воду. Вывеченный гомон там. Сейчас все увидишь, смотри. Клоки пронесли без пронесла, это близко. Паех. Ща нырну, я не бог. Вот как ты уж сколько миллионов набрало это видео? Не знаю, один. 2 миллиона. Сколько? Просто чё, как я прыгаю в воду. Я побежал. Замаслят. Замаслят! О, блин, чувак, это вот и без трусов. Братва, продолжение в ТГ, я там голенький. О, смотрите, там в канаве. Я ничего не слышу.
А че звука нет? Потому что тик-так в канале звук обрубил. Я бы провод обрезал. Тик-так, а как тебе мой инвентарь, а? Неплохо. Слушай, откуда у тебя такой инвентарь красивенький, а? В смысле откуда, братик? Знаешь, есть такой проект, называется Булдропчик. Слышал? Слышал, конечно. А ты в курсе, там есть булпас, и просто каждый день заходишь, получаешь халявный дроп. А ты в курсе? Ну, а ты в курсе, что скрижали добавили? Знаешь, какой скрижали? Серьезно? Да, рассказывай. Открываешь кассик, получаешь, например, кассик стоит 2000 голдишки, получаешь 2000 скрижали. Потом эти скрижали, меняешь на топовый дроп. Брат, это же в курсе, это же не все. Еще, вот прям над нами есть промик. Ты этот промик вводишь и получаешь тоже халявный кассик. Все нужные ссылочки снизу в закрепе. Забираю. Ну что же, а мы идем дальше. Ладно, дядь, погнали, смотрим. Мы сливаем по эту катку, я друг. А ты же вроде так и встал. У тебя встал! Я встал. У тебя опять встал? Да, могу показать. Ну покажи, пожалуйста, ямбус. Монтажер, не показывай никому только. Оу май. Дёрр! Не вижу, чувак, я не видел. О, пацаны, идем на плента. Кто сливается первый, тот бот. Блин, ну ты понимаешь, что сейчас будет. Давай, давай. Если чё, ну кто первый сливается, бот голимый. Ай, танцевать хочется! О, пернул, чувак, ты пернул. Ага. Ну, чувак, ты нормально. Ахахахаха. У меня раньше был онлайн, когда я сплю 2000, прикинь. Да, сейчас на таком онлайне только можно мечтать. Это когда я ждал обнову, что понял, стрим был. И я такой, типа, пацаны, разбудите, когда выйдет обнова. Это ты, падаль, начал продавать. Да не ё... А кто? Это Анетка. За 0.3! И ты после этого можешь называться моим другом, а? Ладно, братик, ты слил, честно, ну было. Ты что плюешься? Ты что плюешься? Чувак, это ты. Это ты, когда бахнул снюсу. Опа. Ой, запикай. На, бочи! Легчайше. Опа. Не, ну это можно не пикать. Чувак, замочит или нет, как думаешь? Не, чувак, в спину 100%. А это постанова или нет вообще, как думаешь? Конечно нет, чувак, это подкачался. Надо подкачаться, надо подкачаться. Опа. 10 дней лежал. Ой-ой-ой, салам алейкум. Ой-ой. Это на турнире было? Может пострелять ради приличия? Никому не буду давать голду. Ой-ой-ой. Не, ну смотрите, у меня скины тупой среп. Ну не монтаж, не монтаж. Нет, прикалывай, что я голду, типа. О, ну я попросил бы у него. В комментариях напишем, дай голды пожи. А, прием как раз типа пишут, дай голды пожи. Кента показывал за молока у тиктака прямо на стриме. О, чувак, это падает. Продам за голду. Это все-таки ты взломал меня. Чувак, а сейчас будет самое смешное твоя реакция, понял? Ну типа, смотри, я сейчас зашел, все как обычно продаю. Так, сейчас будет самая ржака. О, это твоя реакция. Смотри, будем дружить с тобой, потому что мне кажется, после этого видео минус друг. Я тебя найду. Тише, слушай. Говорит, я тебя найду. Кого там найдешь? Смотрите, смотрите, смотрите. Ой, да! Тварь! Тварь! Ого, если что, все хорошо, он просто так шутит. Он просто на лечении. Я не шутил, пацаны, я не шутил. Посмотрите, я чисто продал весь его инвентарь. За 0.80. За 0.80. Блин, братик, пожалуйста, не обижайся на меня. Это Кент, это ПК, такой засранец. О, чувак, чем мы видим стоячок маленький. Это фейк, чувак, это фейк. Ладно, вы пишите хэштег водка. Ну зачем писать хэштег стояк? Хэштег водка, хэштег стояк. Алло. Ну нет стояка у меня, ну нет. Где стояк, ребят? Я в натуре не вижу. Там маленький. Так это висяк. А, это крышка, ребят. Это еще крышка засунула. Нормально обманул. Папа говорит раньше сейчас. Еще раз слово. Смотри, кем он был. Ого. Слышишь, а где сейчас канал Папы Гриба, кстати? А это секрет, да? Чувак, ты его вырубил. То, чтобы не хочу отпускать, я его не буду отпускать, ребят. Слышишь? Чувак, а что ты сюда так ведешь Папой Грибом? Слушай, нормально? Чувак, заслужил, он на меня нападал. Ну ладно. Чувак! Ой-ой-ой. Смотри, Борис! О! О!
Анетка. Слушай музыки Наташа, чтобы не мешать кенту стримить в стендов 2. Они говорили там другому. А мне было такое реально, что Анетка подпевала какую-то мелодию, я обалдел. Пожалуйста, пожалуйста, лишь бы не развели. Братан, сливай! Перебили, 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 перебили! Ёханый бабай! 3 минуты осталось. Давай, давай, давай! Ставь 23400! Легенда! Сейчас, подожди, тише. Тише, тише, тише. Да, есть подписчик! Кен соси слили за 23 голды! Мы все просрали! Нет, на фоне еще ржу. Ты поднялся, ты поднялся, ты потом продал, поднялся. Чувак, ты так ржешь, как будто дверь скрипит, слушай. А это когда добавили только кастомный лобби, и Аполлин решил меня затроллить, а я не знал, смотри. Брат, очки покажи. Так, чекай, вот так просто его убьем, чтобы он не видел, что я тут быстрый такой. Вот Аполлин прокасный. Бля, пацаны, это просто что-то с чем-то, вы это видели все. О! Это 4 арканы? Не, все, стой, это финальная стадия трейда. 4 арканы, ребят, 1000! 499, ну что же. Трейдеры! Блин. Так это же не арканы, чувак, не? Да я не знал просто, да, только вышли эти наклейки. И знаешь, вот это моя фраза. Трейдеры, налетайте! Блин, ну мне сильно повезло. А ее купили кто-то или нет? Да. Голдыли, я тебя найду, взломай все твои. Смотри, суп всю подняли, голду. Давай 5-ка голдыли, я тебя найду, взломай все твои соцсети. У меня твои API уже есть. Ого, хакер? Я, да. Не-не, пожалуйста, не вычисляй меня, не надо меня бить. А ты что, тоже с Полтавы? Ну, у меня уже вертолет стоит сейчас, прилечу. Вертолет! Нафигачь. О, ничего себе, не по... Ладно, давай без этого. Ну чё, ты готов к Rivalbox'у? Я готов заехать тебе в задницу. Заехать в задницу. Чувак, не ты пошел. Хэштег не осуждаю, не осуждаю. Так, ну что ж. В смысле, как это не осуждаю? Осуждаю. Открывай Rivalbox, давай AWM Genesis. 3, 2, 1, поехали. Иди сюда, дорогуша, что ж тебе упадает-то? Что ж тебе упадает, как ты думаешь? Ничего себе, рарка М. Смотри на выражение лица. Монтажер увеличь. Типа я вижу довольный просто по максам. Чувак, слушай, что это за прокачка боксами? Ну, дядь, ну я бедный, поэтому как смог, то и прокачал. А зачем ты его прокачал, если у тебя задницу хотел? Ну, это был троллинг, прокачка. Смотрите, баба, это не я. Ой-ой. Минус два. Ой, хорош. А, это я, да. Обалдеть. О. Бонжур, ёпта. Опа. Хана! На лицо сел, чё, на лицо сел! На дефолт. Чё, а здесь садились на лицо? Чё, до свидания! Чё, а ты на лицо садились когда? Собаки. Это я, значит, я буду первым. И про, это же не постанова. Опа, о, смотри. Это я играю. Смотри, вон тап, ты видел? Ой, да, чё, это просто, я играю. Просто я в афи. Да я видел, чувак. Да это нормально вообще. Это полно, это нормально. Обалдеть! Это вообще сильно реально. А мне сейчас сделать минус два. Чё, это я играю. Ого! Хана, команда Бату! Это я играю еще, Клео, давай помогай. Псинека берут пистолеты. А ну-ка. Тот самый гений, у которого 10к. Что у нас есть? Опа. Ну такое. Пистолет, ну дорогой. Ты меня этим хочешь удивить? Ну-ка скинь. Блин, у меня было то же самое, когда такой кринж. Кинь! Ядрить мою вялую колбасу, у него USB генезис! А что я сказал? Ядрить мою вялую колбасу? Ну, конечно. Изи попуск, следующий. Изи бомж, следующий. Осуждаю. Мне нравится комментарий, тот самый GP3536. Я тебя бросаю, у тебя даже машины нету. Опа! Да, у меня нет машины. Ой-ой-ой-ой-ой! Шок-контент! А где украл? Где такие скажи, лякая тачка. Сейчас поеду, поеду на ней кататься. А, тебе скажи, чувак, где я взял. Я перестану задавать вам ДЗ, когда рак на горе свистнет. Я с 10 IQ несу рака на гору. Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Боже! Ща упадешь. 9!
10! Ну, мне кажется, нет. А что, пойдешь? 13! Я 13! 2! Ой, это прикол. Смотри, а что это за грибочек, слышишь? Чувак, а что? Перемотай на середину, чувак. Там будут угары будет. Я замечу, что даже больше. Больше, да. Перемотай дальше. Смотри, грибочек упал. Чувак. А что на чат пишешь? О, тихонько, тихонько, тихонько. Что ты там? Повис! Пытается сбежать! Пытается сбежать! Прям ля. Стреляем, бам! Блин, что мне задело сейчас снять проверку мифов? Не против себя? А, пёс, ты же офигел, что это следующая моя рубрика. Да у тебя чего, где в стриме ты говоришь, следующая рубрика, потом её не снимаешь никогда. Это моя рубрика, алё, дорогой мой. Прямо сейчас папа гриб будет пить антигрибин. Посмотрите. Ты меня заставил. Посмотрите. Чувак, он хоть выжил после этого? Папа смотри, говорит, там будет трындец полный. Боже, это его последнее видео, после этого видео на YouTube-канале не выходит? А, смотри, что это. Готов? Готов. Ну давай, шляпуля, пей. Так, смотри, на его голос сейчас волосы изменится. Волосы изменится, давай слушай. Да, смотри, смотри, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Что с моим голосом? Тик-так, ты охренел? Стой, да тише. Я в шоке. Что ты сделал антигрибинчик, а? Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха и... Тик-так. Всем пока. Пока.